макет карабина Винчестера 1892 года от компании Denix, артикул 1069. Полноразмерный макет знаменитого Винчестера. Более того, слева на прикладе имеется аббревиатура JW. Это, видимо, отсылка к Джону Уэйну. Кто точно знает, подсказывайте. Макет, выполненный из металлического сплава, видимо, магниево-цинкового. Деревянные детали здесь действительно деревянные. Скорее всего, это тополь. Довольно мягко. Но для макета, думаю, сойдет. Макет неплохо выглядит. Более того, здесь работают имитации. Вы можете взвести механизм как с помощью курка, так и с помощью знаменитой скобы Генри, которая, наверное, и выделяет данное оружие на фоне всего прочего. Не так удобно, зато довольно стильно. Изделие, как мне кажется, заинтересует прежде всего любителей косплея и коллекционеров.